こんにちは。外人7 Life Japan スタンスドリフト GDA。 Ну что, наша делегация прибыла в гараж Defend. Ну, мы тут кучу раз, конечно, уже были. Посмотрим, что новенького подвезли. Я не знаю, что снимать по туру. В принципе, я уже все показал уже много раз. Поэтому... Так, локальненько посниму. Цены не меняются. Все так же. 6 миллионов. Пойдем-ка посмотрим внутри. Nismo Full Aero. Это, конечно, топы вообще. Смотрите, на новые распорочки. Еще в пленочке Nismo 35. Вот диск, кстати, 34. 400R. Да, конечно, 400R. Вот это тоже похож, вроде. Как бы, нет? Диски тоже Nismo. Жир. Это вроде Томми Кайра. Да. Это 32-й. ГТР стоит 6680. 33-й, 8 миллионов йен. Не, ну Макс, конечно, в образе вообще жестком. Чисто вот с дипломатом, в туфлях. Короче, такой чисто менеджер. Приехал инвестировать в GTR. Ну, в общем, все, вышли мы из гаража Defend, пообщались, как всегда, на позитиве. И тут еще напротив него есть парочку гаражей прикольных там. По нашей теме тачки стоят, я вам покажу. Вот, какой-то Black Stage магаз. Креста сотая, Цедрон, Чайзер, Алтеза, Тиана, Краун. Ну вот, кресточка сотая. Давно стоит. Кран, Тиана, Сима. Там. Два Цедрика, ну в принципе все. Так, идем дальше. Наш менеджер все на фотосетах. Вот она, нычка. Мы просто ехали мимо, называется GT.net. Здесь куча всяких различных там вот 86, там Roadster, Джарки, FK8. Сейчас пойдем посмотрим все это дело. Ох, смотрите. RX7. Ай, кончева. RX-7, ну, куча просто здесь их. Тридцать два. Супра. Вот еще сервак здесь у них. Эволюшены. Очень много. Субарики. Нашки. Ну чё только нету. И здесь, вот смотрите, на заднем дворе тоже стоят снаряды. Четырки, Брезе, Мерка вон даже есть. Нормально так они тут сидят. Чистюльки тут у них, смотрите, радиатор, Bright, резина, а там коробочка Top Secret, до которого я еще не доехал пока что, но обязательно доеду. Что-то RX-7 тут открыли, завели
Что чинят, настраивают. Вот такая вот маздочка стоит, родстер. Хорошо прям смотрится. Такие вот дисули. Черные Энки. Ярис Джер. Тайпер. FK8. В общем, вот такая вот локация. Здесь продают тачки, ремонтируют. Очень жирно, реально. Просто мимо ехали, опять нашли. Ладно, мы двигаемся в Liberty Walk. Это кто? Кто такие? Я вас не знаю. У нас просто вот по радио играет песня Plastic Love. Марина там какая-то Такеши вроде. Пацаны тут на вайбе. Рами спит. I'm sorry. А мы подъезжаем Liberty Walk. Народ, готовьте денежки на мерч. Сейчас там все оставите. Добрались до Liberty Walk. Конечно, тут меняется машина. Каждый месяц что-то новое приезжает. Естественно, я покажу. Ну вот, Porsche. Его вроде показывал. Вот, какая-то ламба стоит. Такая вот модная. Я не был, два GTR. Это совместка с Ватарогато и Акира Накай. Еще одна ламба, Фера. Еще одна Феррари. Еще Феррари ламба. О, здесь стоит машина, которую собирал Дайго Сайта, Fat Five Racing. Это Темар. Фашка. Почему-то она без мотора. Я видел на Stunt Station, здесь стоял наскаровский мотор, 7 литров вроде, что-то такое. Это, конечно, дичь. И вот пол, посмотрите, как утоплен здесь. Просто вот подрамник и пол. Прям на полу реально. И она построена, грубо говоря, там от лонжерона ничего не осталось. Все на трубах. Ну, конечно, пиздец. В общем, босс улетел в Окаяму, и потом оттуда улетает в Америку. Сегодня его нету. Вот, ну что-то так полазим, в принципе, есть что посмотреть, конечно. Сейчас пойдем пошопимся и потом поедем на новую локацию. И фашка новая, которая 400Z, я снимал вот на Даби. Потом Феррари, они остались в Токио, и уже в воскресенье они будут на Stunt Station. Так что как-то так. Мы приехали на Майами паркинг. Пацаны, конечно, в шоке. Вот эту я не видел. Фера. На полировочке стоит джимник. На мойке. Здесь загнали на RX-7, который силуэт. Макларен новый. Они где-то недели, наверное, две назад его презентовали. О, ни хрена себе, Mizuno Works. Зетка. Охренеть. Фар нет. Очень круто. Смотрите, Макларена аукционный лист. Оценка 5 баллов, пробег 13 тысяч км.
А, тут еще, оказывается, так вот снимается крыша. Нифига себе. Так, ну тут они все были, эти машины. Золотой привезли GTR. Кенмери вроде тоже была. И вот, заметьте, это штатная морда. А вот это вот Bad Boy Style на Кенмери. На RX-7 стоит пневма и дил клапана. Тут что-то так странно сделано, тут шумку оставили, покрасили. Как-то не очень это все дело выглядит. Ну вот как-то так. Как и тетя? Ничего, гуляю, наслаждаюсь жизнью и местом. Самая топовая машина какая? А, старые кузова до 89 года, это вообще у нас 70-е, начало 80-х. Мне нравятся скайлайны, особенно в кузове седан. Не популярные, но очень эстетичные машины в плане пропорций. А какую сейчас машину нужно инвестировать деньги? А чемодан твой? Чемодан? Да. Хранится в надежном сейфе под названием Альфард. Ну вообще это моя любимая модель Феррари Тестароссо. И увидеть такую, да? Вот. Ну, мне наоборот. То есть я люблю ее в оригинале. Да, да, да. Ты говорил. Ну, все равно. Ну, интересно, да. Но мне больше нравится функциональный тюнинг. Угу. Да, то есть это чисто стиль, но я за функциональный тюнинг. Респект. Забазировались в LB кафе. Взяли такие вот бургеры. Топовые просто. Охренеть просто. Всем приятного аппетита. Спасибо. Итак, только мы отъехали от Liberty Walk, и вот я вспомнил о этой нычке. Посмотрите, что здесь продается. 25 миллионов 900 тысяч йен стоит GTR 34. Кенмери, настоящий GTR. 26 500 миллионов йен. 4 двери, Акасука, GTR. 39 миллионов йен. Это... пиздец. И вот, пожалуйста, купе Хака GTR 20 миллионов йен. Охуел я, конечно. Так, проходим чуть далее. И здесь у нас... Привет. Так, а здесь у нас стоят два таких вот 170-ка. Это Type X. Вот ценник, пожалуйста. Ну, 2500 почти. И вот еще один full stock вообще. Ну, не музейный, конечно, с косячками такими вот. Но 2900. Четырка. Кёку. 2790. И вот, смотрите, внутри стоит Хака гоночная. Bad Boy Style. Охренеть, конечно. Опа. 71-я элита. Так, еще один FX уже подешевле. Лям 600. И вот, смотрите, двухцветная креста на лончампах. Только арестовая. Чего? Чего по ценам вообще? 3 миллиона йен. Охренеть. Куда они собрались с такими ценами? Как бы, ну она не прям в идеале. Спойлерок, сука, ставил. Ну это очень дорого, не знаю. Еще одно кресло, тоже рест на таких колесах. Так, тут лончампы. А здесь, я не помню, как они называются. На колоночках Kenwood. На такой теме. Рогатая, блин, нифига. 2700. Одуреть. Просто пипец. Еще один SX. 1 790 000. С собой, перед собой или вот это, да, чернак. Кейс, да. Ебать! Ебать, ты маска. Самый лучший продавец. Я не местный, не местный, ребята.
короче, чаепитие с блинами. Это запрещенка, что ли? Да. Че, как? Охуенно. Да, охеренный дом, так что мы выдвигаемся дальше. Приехали в аутлет парк на шопинг. Зашли вот тут перекусить романчика. Ни хрена себе. New Era, блин. Так, мы сейчас остановились по пути в Осаку на парковочку Сузука, на Хавейна. И вон там, вот, смотрите, стоит настоящий F1 болид. Итак, мы находимся на Донт Боре. У нас сегодня вечерняя программа здесь. Мы уже съесть суши. А это вот телевизионная версия этого бегущего человека. Идет дождь. Взяли зонтики в отеле. Вот. И она чуть не работает, потому что уже время поздно. И не работает. Также вот это вот, где можно сфотаться. Все, ребята тут на фотосетах, на всех делах. Сейчас пойдем похавать. Че? Как оно? Вышка? Ростер. Подвесили они, конечно, тут. Заезд. Вот видите, через дом. Меня, конечно, хандоводы там жестко разъебали, блядь. Забыли. Мистер Ли, ты счастлив? Да, пиздец. А? Не боишься. Спасибо. 20 часов уже выпиливает вся эта тема. О, кошаки сидят. Не, ну конечно, бит. Ебишь. Основу Liberty Walk взяли. Это высота. Чё сгорели?